Всем привет, друзья, с вами Захар-Король. Сегодня мы будем играть в Эпигес. Поехали. Сегодня будем играть в Эпигес. Опять этот секундомет. Только уровень хочу начать. Только с первого раза постоянно с этим секундомером сталкивался. Давайте ускорим. Так. Опа! Ред и бомб. Но у них рогатки нет. Поэтому... Нужно как-нибудь по-другому. А, только так. Так. Едем. Так, едем. Едем. Так, получаем звездочку. Ой, так, еще. Надо в другую сторону эти ракеты. Да, взломанная версия круче, чем обычная. Ну что, денег-то сколько? Так, чуть не могу. Да, чуть не могу. Это. Да, секундомер этот меня уже точно задолбал. Точнее, не задолбал, а он меня уже достал, точнее. Ладно. Пускай на две будет пройден. Потому что секундомер меня уже... Этот секундомер меня уже достал. Вот я помню, как я где-то видео снял. Называется оно «Секундомер уже достал». А я же сказал, что секундомер меня уже достал. Он не мешал. Секундомер уже меня тут уже достал. О, Ред и Бомб. Я вижу, они спят, что ли? Не спят эти Ред и Бомб. Да ну, зачем это? Кто эту рекламу придумал? Да, этот секундомер меня уже 100%. Опять секундомер. Да откуда вы беретесь? Надо действовать по плану. Постоянно сталкиваюсь с этим секундомером. Ну что не поделаешь? О, сундук. Так, у нас здесь есть сундук. Да, нет. Только так, чёли. Наверное, надо вот так вот, чёли. О, сундук. Да, секундомер меня 100% достал меня уже. Может еще? Может еще раз хочу посмотреть? А здесь нельзя звук выключить. Что это? Хватит моих свиней уничтожать. Это ж мои свиньи. Да. Ненавижу птиц. 100% ненавижу. Теперь это на 18 выставили. Сейчас попробуем. О, надо магнит, мне кажется, использовать. Нет, отменим. Вот это мы отменим. Так, честно, я... Сейчас. Но я пройду этот уровень и включусь потом. Потому что у меня этот секундомер у меня уже... 100% он меня уже достал. Постоянно натыкалась на этот секундомер. Так, сейчас. Потом включусь. Так, прошел я этот уровень на 3 звезды. Так. Используем механика. А, здесь, наверное, даже и 2 динамита есть даже. А, здесь даже вот так вот есть.
А, нет, клей. А, нет, здесь уже секундомера нет. Оу, редачак у нас там впереди. Дальше. А что, а я уже... А, они не проснулись. Даже тех, которых я ненавижу. Так, давайте вот эти уберем. Так. Ку-ку. И чуть-чуть не хватило. Так, куда я вообще нажал? Ну, это только вот это может быть. И все, больше ничего. Даже опыт дают, не только монетку. Так. О, здесь нет секундомера. Две коробки со звездами. Только может как-нибудь так цели. Ну вот, теперь не могу выехать. Так, уже следующий вариант. Уже. Вот. Так, ой. Ой. А может, вот так как-нибудь? Даже не так, что ли? Может, вот так вот, что ли? Прикольно, мне это нравится. Так. О, этот уровень. Так, что я вообще нажимаю? Куда я вообще нажимаю? Но секундомер меня все равно по-любому 100% достал. Тут уровень пускай будет на две пройдем, потому что третью, точнее вторую, я не смог настать. Так, что здесь новенького у меня? Я не понял! На улице зима! Как может все обычно быть? Как? Я не понимал. Ну просто не понимаю. Так. А, здесь ничего. Короче, всем пока, с вами был Захар Куроль. Всем пока. Вон, видите, я со свиньей летаю. Короче, всем пока. С вами был Захар Куроль.